Yep. Деньги все ли? Скоро церковь находится. Не надо. Нас интересует эти самые. Напряжение аккумулятора ГРС, передар газа, интересно. Здрасте, надо А, у вас мап-сенсор стоит? О, как? Двигатель. Ну, не то, чтобы не сильно нестабильно, но 20 оборотов. Mm-hmm. То есть он 780 там, 815, это допустимо. Мап ним полтора, ладно, бог ним. Manifold, да. Температура всасываемого воздуха в градусах 15, хорошо. Температура охлаждающей 40 градусов. Ну, не минус так. Дальше смотрим. Нас интересует топливо коррекции. Все, выходим отсюда. Это мы были в первом перечне данных. Пойдем во второй. Надо было просто по видео писать. ЕГР не заезжено. Давай, давай, родной. Это неинтересно на детонацию. Не надо. Вот. Не понял. У вас какого года машина? 2007. Каталитику удаляли? Нет. Ладно, бог с ним, датчик кислорода. Направо, руль вперед. Они не работают. Нет, вот он начал работать. Так. То есть он падает резко, да? Нет. Богатая. Так, давайте-ка мы попробуем в график перейти. Что это значит? Плохо или что? Вот он ушел в богатую смесь и не уходит. Первый. Все. Вот он сейчас должен пошел колебаться, туда сюда должен пойти. Быстро-быстро колебаться. А что там? Датчик меняли первый? Первый? Да. Первый датчик меняли. Менял. Вот Юрий менял первый. Меняли, да? Да, на новый испанский. Дело не в этом. Да. Старый сохранился, как бы. Дело не в этом, нет, сейчас. Показывал старый, низкое напряжение. Вот оно пошло. Вот он начал работать, видите? Без задержки великолепно работает. А второй датчик замер на одном и том же положении. 449 миллиметров. Ну его только что поставили, как бы глушитель сейчас поменяли, поставили его. Да дело-то не в том, что поменяли глушитель. Видите, он не работает. Почему? Второй датчик не работает. Второй, да? Датчик не работает. Вот сейчас должна быть бедная смесь, а он как умер в среднем положении. Второй датчик умер. Понимаете, есть АФР-сенсор, есть лямбда-зон. То лямбда-зон это два состояния. Ага. Понимаете? Проблема со вторым датчиком. Ну, зелененькая, да? Это мы первый датчик смотрим. А, со вторым. Вот. Вот, зелененькая, да. А она как была, вот, 0,75. Вот она. Она не действует никуда. Первая лямбда работает, вторая лямбда не работает. Надо с ней разбираться. Но ошибок не выдает по ней, да? Извините, выдаст. То есть она вот все. Ага. Смотрите, у нас есть лямбда-зонд.